Дядя, Василий, сигареточка, не ба сигареточка. Сигаретка. Сигарету? Сигаретка, да. Сигаретку. Сейчас, ребят. А вы в этой школе учитесь? Да. В каком классе? В девятом. Я возьму. Там в жопу эту школу. Школа, дурная школа. А чего, ребята, вы так о школе плохо? Да. Преподаватели все придурки. Ну. Лучше пиво пить. Ну его нахер. Пиво пить. Да лучше бегать, как вот этот парень. Или так. Да? А нет. Где же были мои сигареты, бля? А если я тебе, сука? Если я, блядь! Класс, блядь, вот это вот. Пересали гандоны. Ну, давайте знакомиться, ребята. Ваш новый директор школы Казимир Казимирович Залупенко. Прошу любить, так сказать, и жаловать. А шо ж ты, гандон, вот такой здоровый, блядь, а все в шестой класс ходишь, а? Восьмой. Восьмой? Да. Восьмой. Кто родители, блядь? Родители кто, блядь, в глаза мне смотри, восьмиклассник ебаный? Мама педагог, а папа начальник производства. Заебись. Знают, что ты хуячишь с 7 утра пиво ебучее? Не знаю. Не знают? А ты, блядь? Не знаю. В глаза мне, блядь, смотри, в глаза. В каком классе, сука? В девятом. Заебись. Родителей берете и ко мне, блядь, в кабинет. Без родителей в школу, сука, не приходите. Фамилию запомнили мою? Залупа. Залупко! Залупко. Вот так.